Курьем, курьем и под курьем. Говори что-нибудь. 22:15. Да, все, есть. Сейчас, секунду. Так, смотрим на журналиста. На меня. Все можно. Представляйтесь. Представьтесь, пожалуйста. Сухов Артур Степанович, исполняющий обязанности главного врача Сухов района больницы. Это мы с сегодняшнего дня, да? С вчерашнего. Вчерашнего. Третий день, с позавчерашнего. Как сейчас обстановка в Корсуне? Сколько официально подтвержденных случаев? Есть ли больные в самом Корсуне сейчас? И как вообще стоят дела в больнице? На сегодняшний день обстановка тяжелая, стараемся работаем, все, что можем, делаем. Сейчас, вот на сегодняшний день, нам Министерство здравоохранения оказывает помощь, присылает бригады скорой помощи, врачей, психологов, терапевтов, врачей приемного покоя. То есть на данный момент у нас прибыло где-то в районе 13 врачей, 2 работают в приемном покое, остальные подворовый обход осуществляют. Также 4 бригады выехало на забор мостков. Ну, на данный момент пока такая. Откуда прибыли бригады помощи Корсуну? Бригады прибыли из ближайших районов, в том числе с города Ульяновска, с медсанчасти, с второй горбольницы, с первой поликлиники. Без ближайших районов можно конкретно? То есть Вишкайма, Майна? Вишкайма, Майна, да. Ага. Как можно какую-то статистику? То есть, как сейчас дела? Ну, на данный момент пока прокомментировать не могу. А у вас с сегодняшнего дня начинается с домового обхода. Что это? Как это будет происходить? В течение какого времени и кого он коснется домового обхода? Домовой обход подразумевает, то есть дворовый обход. Значит, в первую очередь будут люди, у которых подтвержден ковид. Вот, потом, соответственно, контактные, там все остальные. Будет оценить тяжесть состояния больного. Если больной будет нуждаться в госпитализации, он будет в госпитализации, соответственно, сможет связаться.